Мне посоветовали заменить колеса мои оригинальные на более большие шины. Да и самому мне хотелось вроде как помягче. Но оказывается, смотрите, протерли большие шины вот защиту. Вот такая вот дырища образовалась. Она стала пробег неправильно показывать, скорость неправильно показывать. Ну и, естественно, вот такие еще дырищи были протерты. Крайне неприятно. Одно вот отверстие и вот. О, тут Здесь, большие, да, да? здесь и протерты больше. И вот. Я пришлось мыть, потому что... Да, здесь лапочки побольше. Я решил заменить. И вот как раз заменили. И покажи пальцем, где она. Ну, вот область. Вот она. Заделали дырку, которая протерлась колесом. Отлично. Вот, теперь машина стала нормальная. Я купил наперед колеса как раз зимние, размер оригинальный. А вот назад там арки побольше были. В принципе, можно ставить колеса гораздо больше, и ничего с ними не будет. Поэтому я и оставил заднюю резину. Мне очень нравится на этой машине путешествовать. Идет мягко, как-то вот, ну, особый, знаете, такой шик, лоск. Это как раз серия Passat. Вот она, Плещеева озеро. Мы едем на Никитинский монастырь. Дорожечку гладенько он берет. Никаких особых кочек не ощущается. По трассе едем. Вот я поставил просто где-то километров 105 там, чтобы главное меня не засекали камеры. И жучи. Вот еще как раз показывает, с какой скоростью я еду. Это путешествие на море. Прекрасные виды. Хорошая дорога. Край Краснодарский, там дороги намного лучше, нежели в Ростовской области. Вот смотрите, это не Артек, а какой-то пионерский лагерь. Сейчас мы посмотрим. Это Орленок. Очень хороший вид. Такая стела в виде огня, уходящего в небо. А вот они, ростовские дороги. Видите, мост делают. Все лето проделали мост этот. Невозможно было в Ростов проехать. То есть его за этот год ремонтировали раза 3-4. И вот опять его колупают. А вот можете смотреть, мы только поднялись на, так сказать, Грушевский этот бугор. Разбирают мост, это поворот на Новочеркасск. Вот его разобрали, его тоже отремонтировали, ремонтировали, потом плюнули, решили разобрать. Ну, это мы уже едем по Ростову на Дону. Тут различные интересные вещи, вот такие вот машинки, шинный дом или двор. А это уже Таганрог. Съездили в Таганрог, посмотрели, что, что и как. Благо, что тут у нас все-таки рядом не так долго ехать. Вот какие-то такие памятники, посвященные таким большим событиям.